Радуются детишки не только детским площадкам, но и летним лакомствам. Считается, что в августе арбузы самые вкусные и сочные. К тому же именно в этом летнем месяце в сладкой ягоде содержится большое количество полезных веществ. Это пектин, пантотеновая и фолиевая кислоты, клетчатка, витамины, а также микроэлементы. А что насчет вредных нитратов? В ежегодный полосатый рейд накануне отправились наши коллеги из Березняковского рабочего. Они вооружились специальным прибором, который измеряет нитраты в овощах и фруктах, и устроили экологический эксперимент. Нормой считается, если нитраты не превышают значение 60 мг на килограмм. Журналисты проверили арбузы в разных точках города. Оказалось, что в некоторых местах продаж значение нитратов в ягоде превысило допустимый показатель практически в два раза. А где в Березняках купить вкусный и, самое главное, безопасный арбуз? Читайте в свежем выпуске Березняковского рабочего.